Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Продар Медиа. Сегодня мы рады анонсировать наш новый проект – первую книгу трилогии «Русская школа верховой езды». Материал, собранный в этой книге, настоящая находка для конника. Вы узнаете много нового об истории выездки, различных подходов к обучению лошади и эволюции упражнений. Эта книга откроет вам много секретов из истории и практики высшей школы. А пока мы подготовили для вас три загадки. Три вопроса, ответы на которые вы можете прислать нам после того, как они прозвучат в наших выпусках. Обязательно ознакомьтесь с правилами участия в описании под этим видео. И дерзайте! Ведь первый человек, который ответит верно на наши вопросы, получит подарочный экземпляр первой книги Русской школы верховой езды с автографами авторов. Итак, внимание, вопрос. О чем идет речь? Это шаг, но это не шаг. Это рысь, но это не рысь. Это пиафы, но это не пиафы. Это пассаж, но это не пассаж. Присылайте ваши ответы, и через неделю вы услышите верный ответ от мастера спорта международного класса по выездке Валерия Тишкова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за обновлениями.